Вот теперь пошло. Пошло. Вот теперь пошло. Ну, в общем, свершилось. В общем, я приехала туда, где мы все втроем, три любящих человека, встретились. Первая любящая женщина – это я. Вторая – это мой совершенно безумно любимый киттель профессора Ауэра, за которым я бегала. Ни одна женщина столько не бегала за мужчиной. Любимый. 10 лет я его дождалась. Вот. А третья, наконец, в руках держу скрипку, которая заменит мне мою любимую девочку Альберти, на которой я играла долгие годы. Я думала, что все это навсегда, и у меня любовь к женщине навсегда. Но оказалось, все-таки любовь к мужчине важнее. Теперь у меня победила. Два любимых мужчины в руках. Это мой Бимби, я его называю Бэмби. Вот, 761 года, это мой киттер, и это я, и мы наконец вместе. После смерти не занималась на скрипке, но страшное волнение. В Россию я ее не привезу, пока там не поменяется система отношений инструмент, музыкант и государство. Никто ее не увидит в России и не услышит до тех пор, пока это не произойдет. Но здесь и в Европе, и в Азии, и в Африке люди будут слышать этот инструмент потрясающе. Спасибо, Алик, за то, что ты нас соединил. Ты наш шафер, да, называется, который... Нет, как называется человек, который соединяет любящие сердца? Это, наверное, в ЗАГСе женщина, которая говорит, дорогие брачующиеся. Ты, наверное, это называешь. Спасибо. На здоровье.